Я Гончарова Елена Геннадьевна, директор Курганинского исторического музея. Курганинский район связан с историей 14 героев Советского Союза и 8 полными кавалера орденов славы. Один из героев Советского Союза – Анатолий Афанасьевич Кулешов. Анатолий Афанасьевич родился в станице Константиновской Курганинского района в 1923 году. В 1941 году он заканчивает 10 класс. В боях Великой Отечественной войны с ноября 1942 года. В 1942 он заканчивает курсы Ленинградского артиллерийского училища. Офицер разведки 213-го пушечного артиллерийского полка 46-я армия, 2-й Украинский фронт. Комсомолец, капитан Кулешов в ночь на 5 декабря 1944 года в составе стрелкового батальона форсировал Дунай в районе города Эрчи, это Венгрия, организовал разведку целей и корректировку огня артиллерии полка. Противник понес огромные потери. Звание Героя Советского Союза Анатолий Афанасьевич Кулешов получил 24 мая 1945 года. Также награжден орденами Ленина, Красного боевого знамени и двумя орденами Отечественной войны первой степени.